Не спеша, футболисты грузят свои вещи в автобус, который отвезет их до Казани. Затем поездка до Москвы, а уже оттуда перелет в Симферополь. Недавно ребята принимали участие в предсезонном турнире, целью которого был селекционный отбор новичков. По его итогам команде присоединилось 8 футболистов. Ну, любой тренер, наверное, скажет, что хочет и мечтает, наверное, всегда лучше. То есть, ну, в данный момент, то есть, мы, в принципе, довольны тем, то, что у нас есть. Теперь остается, вот мы сейчас выезжаем на сборы, то есть посмотреть именно, как они будут уже в деле. Задача, которую мы в этом году поставили, мы ее не выполнили, к сожалению. А сейчас уже надо готовиться к следующему сезону, обкатывать молодых футболистов, опытных. То есть формировать состав для решения серьезной задачи выхода в ФНЛ. И предсезонным турниром, и новичками в клубе довольны. Сейчас самое главное – плодотворно провести сборы в Крыму. Там команда пробудет 2 недели, поэтому время, чтобы подтянуть физическую форму игроков, будет. Ну, я думаю, самая главная цель – это подготовиться и в физическом, и в моральном, и во всех планах, чтобы, так как первую часть сезона провалили, выйти и как-то реабилитироваться, попытаться. Физическую форму, игровой опыт. Это самое главное, думаю. В Нижнекамск наши футболисты вернутся в середине марта. Первый официальный матч команда Сечихина проведет 18 апреля. До этого времени у футболистов пройдет еще один сбор. На этот раз в Турции.